Видеорегистратор Rhythmix AVR-330 является бюджетным вариантом, что не помешало оснастить устройство всеми необходимыми базовыми функциями. Среди них следует сказать о цветном дисплее, ночной съемке и встроенном аккумуляторе. Благодаря средствам интерполяции, наибольшее доступное разрешение записи видео составляет 1280 на 960 пикселей, так что на расстоянии 3 метров можно спокойно определить номер опережающей машины. Скорость записи 30 кадров в секунду, формат стандартный AV, так что воспроизвести его можно с любого устройства. Встроенный дисплей 2,4 дюйма является поворотным, угол 270 градусов. Из интерфейсов под заглушкой только стандартный мини-USB. Также доступно 8-кратное цифровое увеличение. Ночная съемка производится благодаря 6 инфракрасным диодам. При необходимости звук записи можно отключить. В комплекте с AVR-330 поставляется автомобильный адаптер для подзарядки, мини-USB кабель, съемный аккумулятор, крепление на лобовое стекло с присоской, руководство и гарантия на год. Встроенный датчик движения поможет вести постоянный мониторинг обстановки возле автомобиля во время отсутствия владельца. Запись начнется с появления человека или другого объекта, а завершится при его исчезновении. Для сохранения видео используются карты памяти SD до 32 ГБ. При полном заполнении активируется циклическая запись, и новые ролики запишутся поверх старых файлов. Полезной будет функция защиты файлов. Она сохранит нужные вам ролики от перезаписи. Аккумулятора 600 мАч хватит на 4 часа съемки. Пригодится это в режиме парковка, когда двигатель не работает, а также для съемки вне автомобиля. Регистратор Rhythmix AVR-330, несмотря на свой бюджетный уровень, имеет вполне приличные функциональные возможности, а также высокое качество исполнения. Впрочем, если вам необходимо более высокое качество записи, рекомендуем обратить внимание на другие, более новые модели регистраторов Rhythmix.